Сегодня мы возлагаем цветы к памятнику английскому королю Георгу VI и его супруге королеве матери в честь годовщины вручения почетного меча короля Георга VI сталинградцам на Тегеранской конференции 1943 года 29 ноября. Королева-мать стала почетным гражданином города-героя Волгограда в 1999 году. Мы чествуем ее, так как она возглавляла британский Красный Крест, который собирал средства, в частности, и для жителей Сталинграда. В этом году, несмотря на пандемию, нам все равно удалось и отметить также 20-летие побратимства Лондона и Москвы. Я очень рада, что почетное право возложить цветы в этом году принадлежит председателю Координационного совета русскоязычной диаспоры Великобритании Ларкиной Людмиле. Праздником всем!